Уже спустя несколько часов кропотливых трудов в первый день поисков юным историкам удалось найти предметы, имеющие историческую значимость. Изучив символику, студенты пришли к выводу, что плиты сохранились еще с 19 века. И тут же выступили с идеей поместить артефакты в музей. Инициативу поддержали и преподаватель истории Брестского государственного университета имени Пушкина Ирина Вавренюк и председатель Брестского городского общественного еврейского объединения БРИСК Регина Симоненко. Начали, значит, стройку, и когда стали рыть землю для фундамента, оттуда посыпались мацевы. Я говорю, а сколько их там? Он говорит, ну много, штук 200. Я говорю, как 200? В 2004 году, ну, все как бы убрали. Он говорит, ну приезжайте. Вот при мне они рыли котлован, и там такие мощные большие мацевы вываливались. Вы знаете, зрелище было ужасное, конечно. Ну, естественно, встал вопрос, он попросил о помощи, потому что, когда они проект считали, составляли смету, естественно, они понятия не имели, что они наткнутся вот на такую проблему. Это требует дополнительных затрат. Ну, определенную часть этой работы мы решили. С помощью спонсоров они оплатили рабочих, транспорт. И какую-то часть мацев мы перевезли в крепость. Это мацевы выбрасывать нельзя. Их можно только захоронить или использовать. Подобными раскопками ребята занимаются с момента поступления в университет. Изучая исторические артефакты, юные исследователи совмещают теорию с практикой. Так, при демонтаже одного из домов колонии Варбурга в первом Минском переулке, они обнаружили надгробные плиты мацевы с еврейского кладбища, на месте которого сегодня расположен стадион «Локомотив». Данная важная находка вдохновила на новые поиски. Я студент первого курса исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. Сегодня мы находимся на первом Минском переулке и занимаемся раскопками еврейских могильных плит мацев. Проходим практику после сессии. Поработав уже больше недели, я понял для себя, что это очень интересное занятие, и считаю, что как бы для людей, которые занимаются историей, и вот как я станут будущими историками, это очень интересно и познавательно. Остатки мацевов периодически обнаруживаются исследователями во многих микрорайонах Бреста. На протяжении многих лет некоторые дворы и пешеходные дорожки были вымощены надгробными плитами с разрушенного еврейского кладбища. На них чаще всего хорошо видны надписи на иврите и древнерусском языке, а также замысловатые рисунки, позволяющие понять, над чем именно захоронением они были установлены. Это, скажем так, исследовательская работа по изучению материального наследия Брестской еврейской общины. В первую очередь мы изучали архитектурное наследие нашего города Бреста, а в последующем переключились на изучение мацев. Ну, часть времени мы, конечно, уделили тому, что осталось от колонии Варбурга в нашем городе Бресте. Абсолютно все являются мацевами, изготовленные из песчаника в основном. Ну, а символика, она у них, в общем-то, очень интересная, только растительный и животный орнамент. Ну, часть надписи уже на данный момент переведена. В основном она на иврите, но есть некоторые надписи, как ни странно, сделаны на идиш и даже на немецком языке. Только с начала 2000 года представители еврейского объединения БРИСК начали активную работу по поиску и сбору древних надгробий. Совместно с заинтересованными в сохранении исторических ценностей добровольцами, они пытаются создать условия для хранения обнаруженных артефактов, которые в настоящее время находятся в одном из казематов Брестской крепости. Такое внимание к прошлому, уверены организаторы, позволит уверенно смотреть будущее, так как именно история своего народа в основном формирует и предопределяет сегодняшний и завтрашний день каждого человека.